Здравствуйте, дорогие подписчики! В этом видео я расскажу о методе питания, именуемом cheat meal. Это подобно запертой двери, иногда открывающейся, чтобы удовлетворить наше желание и позволить себе насладиться кулинарными искушениями, не опасаясь нарушить строгий диетический режим. Cheat meal помогает нам справиться с ограничениями, предоставляя периодический отдых от диеты. Это особенно важно, потому что соблюдение диеты может быть психологически трудным из-за постоянного чувства ограничения и отказа от любимых блюд, что может вызвать стресс и деградацию мотивации. Однако здесь возникает вопрос, как следовать этому методу и не сорваться с диеты. Вы узнаете все секреты, посмотрев это видео до конца. Чтобы соблюсти cheat meal и не сорваться с диеты, следуйте этим советам. Прежде всего, заранее определите день и время для своего cheat meal. Это поможет избежать импульсивных решений. Поделитесь своим планом с кем-то близким, кто сможет поддержать вас в соблюдении дисциплины. Разнообразьте продукты. Это поможет вам насладиться разной едой без переедания одного продукта. На следующий день после cheat meal вернитесь к обычной диете и не допускайте дополнительных исключений. Развивайте навык самоконтроля и осознанного питания, чтобы легче справляться с соблазнами. Чтобы сжигать лишние калории после cheat meal, делайте больше физических упражнений на следующий день. Помните, что главный принцип cheat meal – это умеренность, а не повод вести себя как голодная торнадо.